Всем привет! С правой стороны оригинал, с левой стороны подделка. Фильтр с номером 35330-60050. Фильтр справа оригинальный, я купил у официального представителя у дилера новосибирские Toyota. С левой стороны фильтр, который мне прислал мой подписчик Александр. Саша, огромное спасибо, он сделал, причем это безвозмездно абсолютно. С правой стороны фильтр, который стоит в интернете примерно плюс-минус 3 с копейками тысячи рублей, там 3200-3300 примерно стоит. С левой стороны поддельный фильтр вы можете купить абсолютно за такую же цену, не зная при этом, что передаваем подделка. Как отличить? Если у вас нет перед глазами фильтра оригинального, для сравнения, эти фильтры, конечно, отличаются между собой очень сильно, то вы можете сделать это по основным двум признакам. Первый признак. На поддельном фильтре есть набурье кольцо. Оно идет с ним уже изначально. Причем это не дубликатный фильтр, не аналог никакой. Это вот от него упаковочка Toyota. Это явная такая махровая подделка. С оригинального фильтра колечко уплотнительное не идет в наборе. Его покупают отдельно. Это первый отличительный признак. Второй. Конечно же, не имея рядом два фильтра, тяжело сравнивать. Но тем не менее, смотрите, давайте попробуем приблизить, чтобы понимать ситуацию. Видите, здесь как сделана завальцовка. Все абсолютно ровно, идеально. Без зазубрин, без зажимов. Все четко, ровно, и она, тем более, тут еще немножко как бы там зашлифована, чтобы не было острых углов. Для примера, вот фильтр поддельный. Давайте посмотрим. Думаю, тут комментарии излишние. Сами видите, да, что как будто молотком забивали здесь. Я думаю, что так и было примерно плюс-минус. Зазубренные. Зажимки разные. Конечно, когда человек покупает этот фильтр и не имеет для сравнения оригинала, ему очень будет тяжело понять, что перед ним подделка. Потому что в основном люди как бы никогда не задумываются насчет качества исполнения фильтра и просто смотрят на стоимость. Но тем не менее, разница между ними, конечно, глобальная. Еще раз скажу, что у оригинального фильтра всегда абсолютно ровные завальцованные края. Без всяких зажимок. Если вы видите на фильтре что-либо подобное, такие артефакты, перед вами подделка. 100%. Вот, пожалуй, два основных признака. По большому счету, если так разобраться, здесь стоит металлическая сетка. Мы с вами уже делали специальное видео, посвященное фильтрам ЭКПП, их замене и обслуживанию и так далее. То есть такой фильтр, на самом деле, поддельный, его установка ничем не чревата, на мой взгляд, абсолютно. Единственное, что тут может быть немножко диаметр не совпадать, но это тоже, по сути дела, чисто визуально одинаково практически. Поэтому, в общем-то, это только переплата за подделку и то, что вы кормите людей, которые подделывают фильтра под оригинал. А так, по большому счету, установка этого фильтра, думаю, что ничем не чревата. Но, тем не менее, имейте в виду, сеточка, которая внутри находится, я так приблизительно посмотрел, она плюс-минус одинаковая на обоих фильтрах. Поэтому разницы особо глобальной не вижу. Внутренности примерно будут одинаковые, плюс-минус. Будьте осторожны, не покупайте подделки. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Подписывайтесь. Саша, еще раз большое спасибо. Всем пока.